Привет, привет, мои хорошие ребятки, дорогие гости и просто ребята. Кто меня не знает, это я, Вадим Гатун. Да, я очень-очень засекреченная личность, поэтому никому не говорите, что я появился у себя же на канале, окей? Окей, все, спасибо вам. Но, кстати, сейчас будем играть в игру, которая называется «12 замков вокруг света». И у нас последняя часть. Дайвинг был, космос был, ребят. И остается у нас... О, Дикий Запад, ребят, Дикий Запад, как вам? Четко? Поставь лайк под видео, поддержи меня. Только никому не говори, что ты меня видел, окей? Все, молодец. Все, ребят, мы начинаем играть. Ух, так, что здесь будет? Эй, шериф, помоги мне открыть эту клетку. О, это я шериф? Ребят, я шериф, конечно, помогу, чувак, да ты крут. О, Лизок, это Лизок, ребят. Папа, ну зачем ты туда залез? Так, шериф, это я шериф, Лизка, не ты. Блин, ребят, я походу папа, который залез туда. Эх, елки-палки. Ну ладно, ладно, бандиты стреляли, вот и спрятался. Блин, это точно про меня, ребят. Когда бандиты стреляют, я сразу прячусь. Ну, короче, если нету пистолета, отстреливаться надо, прятаться или убегать. О, ребят, смотрите, это что за кактус такой? О, оп, оп, оп. Оп, оп. Оп. Ребят, смотрите, есть замок. Вот замок есть такого цвета. Я думаю, что вот этого пингвина надо также сложить. О, и оранжевенькая. И опча-ча, есть у нас ключ. О, в колючке тоже еще какой-то ключ был. Так, ребят, смотрите, у меня уже есть шоколадный ключ. Так, вот этот шоколадный ключ, вот разноцветный ключ. Тинь. Неплохо получается, мы только начали, и мы уже открыли два замочка. Это же так прекрасно. Так, ребят, это что? Ой, здесь что, надо не бросать рук? Смотрите, по линиям здесь, все по линиям соединяем. И есть, ребят, сработало. Игруха очень нравится мне, вообще обалденная такая, клевая. Головоломки, голова кипит. Но мы пройдем. Мы все обязательно пройдем. Так, ты, чудик-юдик, ты все? Так, огонь, ребят. Огонь, костер. 69-31. О, мы можем сразу. 69-31. Это не отсюда пароль. 69-31. Ой, я не то сначала нажал, да? Ха-ха-ха. Ухи, Вадимка, ребят. Так, кстати, это уже второе видео с моим появлением на канале. Как вы смотрите? Как вам нравится, не нравится? Если нравится, обязательно поставьте лайк. Если я вам мешаю, поставьте дизлайк. Скажи, Вадюха, ты тут лишний. Мы хотим смотреть только игру. Так, ребят, шериф, а ну можно тебя потрусить? Чик-чик-чик-чик-чик. Не, ребят, шериф не трусится. О, паролис. Вы поняли, ребят? Пароль 471. А ну попробуем. 4. 7. 1 нам надо, 1. О, сработало! Вау! Класс, ребят! Так, ящики. Опа, ведро! Мне дали ведро, ребят! Это что, салон какой-то? Эй, вон, смотрите, кто-то прячется! Ребят, это он по мне стрелял! Офигеть! Так, Лизок, ты пришла, это очень и очень здорово, поэтому ты поможешь мне разобраться с ним. Ой, рекламка выскочила, спасибо, не надо. Колесо, мельница какая-то. Что это такое за цветок? О, ребят, я ее разогнал, и мне попался розовенький ключ. Классно, здесь что? Все бочки надо потрусить, друзья мои. О, какая башня, ребят. Так, ведро, ставим ведро, откручиваем краник, набираем ведро, ребят. Я видел, там костер где-то горел, наверное, нам ведро понадобится. Потушим сейчас костерчик, а ну-ка. Ха-ха-ха, ребят, все классно получается, а ну. Розовый ключ есть, черный ключ есть. Вы видите, как у нас все четко и быстро получается, ну хотя еще... Мне кажется, что еще самое сложное впереди. Эй, дяденька, кто тут живет? Упс. Ой, у мальчика забрал шарик. Ну прости меня, хороший мой, прости. Я случайно. Так, что у тебя тут за иероглифы на голове? Куда мне твой шарик, интересно, присобачить? Так, ребят, что здесь? А как оно тянуться-то должно? Я не сильно понимаю. Ага, о. Хоп. 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 О! Так, сюда. Ой. Я не хотел так... Ой, что это, ребят, у меня получается тут такое? Короче, здесь надо собрать какую-то картину, я так понимаю. Это сюда. Еще черное, вот черное есть, а ну. Ой. Я не понял, получается или не получается? Так, ребят. Опа. Так, все получается вроде бы, а ну-ка. Смотрите, я сейчас соберу сандика. 100% здесь должен быть сандик, ребят. Так, вроде бы так. Так, мои хорошие, что у нас тут за картина? Солнышко.
Саник, кактус, ребят, еще кактус где-то должен быть. Где-то должен расти кактус. Вот, вот кактус. И вот он, ребят. А это куда? Это куда-то сюда, наверх, наверное. Ну, думаю, да. Ой, ты чё? Хоп. Хоп. А это чё? А это хвост. А это хвост, а это хвост. Чё это такое, ребят? Нет, это не туда, это точно не туда. Эй, это сюда, ребят. Ну, где-то сюда, мне кажется. О, почти собрал, ребят, смотрите, вышла почти картина у меня. Есть. Ху-ху-ху, ребят, я старался, я красавчик, тыц. О, пистолет, ребят, теперь я могу отстреливаться. О, это что такое? Так, красный, белый, желтый. Так, нам красные до красных надо. это я вообще не туда, ребят. Блин, ну ладно. О. Ой. Завозим красных, ребят. Тыц-тыц. Так, спасаем зеленых. Тыч-тыч-тыч-тыч. Так, красный, ребят. Сейчас мы все сделаем. Сейчас мы все по феншую сделаем. Так, сюда идешь. Красный, уже три красных есть, ребят. Чикаем, чик. Зеленый, белый. О, ребят, смотрите, красные уже красные есть, фух, уже. Я думаю, веселее будет. Так, смотрите, красные на красных. Осталось мне как-то зеленые всех перетащить. Ёлки-палки, тут, наверное, чтобы убрать красных, не получится. Короче, надо задействовать, наверное, и красные тоже. Ух, ёлки-палки, ребят, тут будет нелегко. Но я справлюсь. Тыц. Бриц. Чик-чик-чик. Ой. О, сейчас, ребят, мне кажется, надо соединить вместе. Сейчас попробуем. Белые соединены. А теперь... А красные мы должны будем, ребят, наверное... А ну, возвращайтесь назад, ребятки. Если перегнать вас полностью сейчас всех... Что попало? Я сейчас тут такого наделаю. Ох, будет нелегко мне потом. Брик, ребят. А, получилось. Я даже сам не знаю, как. Смотрите. Ой, ну ладно, вот. Все идеальненько. И чё? Зеленый ключ, и чё? Так, пистолет. Стреляем по чуваку. Не поэтому надо стрелять. Вот, себя, стреляй по окнам, стоять. А ну быстро сдавайся. Глянь, сдался, ребят, он мне выкинул ключ мне выкинул. Так, ребят, пойдемте, желтый ключ, есть зеленый ключ, есть, ребят, красный шарик. Решил, а пистолет? Постреляю по замкам. Не, Лиска, в тебя не буду стрелять, а ну еще в этого клоуна. Постреляю по хижине, бам, сейчас будем все стрелять. Глянем, что у нас осталось. У нас три замочка, ребят. Так, этот чувак. А тут я... Колесо. Все, ребят, все ли я тут проверил? Я ж думаю. Так, кактус. Кактус не вырывается, ничего не вырывается. Крантик. Так, ну крантик мы... А если шарик? О, по бочкам постреляю. Во, точно. Есть, ребят, коричневый ключ. Пистолет я не убираю, еще буду стрелять. Салон. Колесо. Ладно, колесо. Ребят, что-то мне кажется, что еще здесь надо шарик нужен, не? Пострелять. Ого, ребят. Это не конец. Мама мия. Он сейчас улетит. Ну давай. О, ребят. Чё творится? Ну взрывайся уже, или что ты там будешь делать? Ребят, смотрите, что... Шарик мне? Пострелять еще. Давай, мельница. Ребят, ну что-то она так делает же. Кактус может... Что, сдуть может? Это чё? Не понял, чувак, я что-то сделал с тобой. Ну на тебе шарик, я забрал его шарик. И он злится.
Так, ребят, ладно, открою ключик. Открою ключик, и у меня останется два. Ёлки-палки, что же делать? Что же делать? Что же делать? Как же быть? Остается два ключа. Ну это... Ну слазь уже, давай. Пш. Так, пестик, смотрите, пестик у меня не исчезает, друзья мои. 471. Так, ребят, ну чё, чуть-чуть остается. Надо еще пострелять куда-нибудь, я не знаю. По коробкам этим. О, фу, ребят, попал, я попал. Ха-ха. Классно. Так, иди сюда. Остался один ключ. Ну, дружище, держись. Я тебя спасу. Короче, Лизок это говорит папке, да? Так, ребят, что-то надо делать с шариком. Я не знаю, может, на кактус его. О, ребят, я лопнул. Ес, ес, ес. Я прошел игру, я прошел игру. Так, быстренько освободите меня. Быстро освободите. Я боец такой еще. Ура, я снова на свободе. Ребят, ну что, прошли мы игру. О нет, снова это бандиты. Нужно срочно спрятаться. Бежим, ребят, от бандитов. Срочно, срочно. Но в этот раз я не стану запирать себя на 12 замков. Просто спрячусь за этими коробками. Время игры, ребят, я прошел за 7 минут и 20 секунд. Крутяк. Ау, супер круто. Ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайки.